Здравствуйте, в эфире программа «В центре событий», в студии Анна Марченко. В этом выпуске: снести нельзя строить, городские власти требуют остановить незаконное возведение жилого дома. Спокойная жизнь им только снится. Жители многоэтажки в 37-м микрорайоне вновь в центре скандала. Сбор средств продолжается благотворительному проекту, может каждый уже полгода. В Югре наступила активная фаза пожароопасного периода. Официально его объявили еще с 14 мая. С наступлением устойчивой теплой погоды с 1 июля в Ханты-Мансийском автономном округе запрещено разводить костры вне специально отведенных для этого мест. Также в Югре нельзя сжигать сухую траву, мусор, проводить пожароопасные работы, в том числе неконтролируемые сельскохозяйственные сжигания вблизи населенных пунктов. Соответствующее постановление подписала губернатор округа Наталья Комарова. Такие меры принимаются на период пожароопасного сезона, чтобы предотвратить возникновение природных пожаров. Судя по прошлому году, это было действенно. То есть люди, прежде чем выехали, обращались же и в лесничество, и в орган дознания, как нам выехать в лес, был полный запрет в лес. Ну а кто ли разводить костры, это нарушение правил пожарной безопасности в лесу. То есть пожароопасный сезон был запрет на разведение лесных костров в лесах. С начала пожароопасного сезона в Югре произошло почти 200 возгораний в лесах. Их площадь составила более 2000 гектаров. В прошлом году в это же время количество лесных пожаров было в 4,5 раза больше – 864. А площадь пострадавших от огня земель в этом году меньше в 26 раз. Борьбу со стихией в Сургутском районе ведут 32 пожарных десантника. Облет территории производит самолет Ан-2. На место ЧП сотрудников авиаотряда доставляют вертолетом Ми-8. Специалисты говорят, что, скорее всего, относительно спокойная обстановка благодаря прохладной погоде. Засушливых и жарких дней в Югре этим летом еще не было. Тем не менее, в среду в районе речки Трумаган, что в Сургутском районе, горел лес. Об этом сообщили водители, которые ехали по трассе и увидели дым. Был пожар обнаружен на площади 01 и в течение 2 часов был ликвидирован. Были грозовые пожары у нас по речке Ляма в конце месяца 29 и 30 потушены пожары. Площадь 0,2 и 13 гектар. За прошлый год возникло 277 лесных пожаров. Это на охраняемой территории с учетом Нефтеганского района. Но в этом году, значит, в мае месяце было 2 пожара. И в июне 9, и в этом месяце 1 пожар. По территории Сургутского района возникло 7 лесных пожаров на площади в пределах 30 гектар. Администрация города пресекла незаконную стройку многоэтажного жилого дома по адресу Энтузиастов 25. Застройщик самовольно начал возведение, не имея никаких разрешительных документов. Более того, в еще не существующем доме некоторые сургутяне уже приобрели квартиры. По словам директора департамента архитектуры и градостроительства Алексея Усова, это чистой воды мошенничество. По утвержденному проекту планировки 1, 2 и 4 микрорайонов действительно планируется возведение жилого комплекса. Но только при условии расселения жителей еще 4 многоквартирных домов и согласованного плана проектирования. Пока же застройщика обяжут привести территорию в прежнее состояние. По поводу разрешения на строительство ответ чиновников однозначен. Так вот, должен совершенно ответственно заявить, что департамент архитектуры, ни администрация города, никаких согласований на такое строительство, никаких, тем более, разрешений не выдавала этому застройщику и вообще любому застройщику на территории по адресу Энтузиастов 25. Дольщики недавно построенной 25-этажки в 37-м микрорайоне снова в центре скандала. Печально известная история с возведением здания тянулась несколько лет. В итоге дом достроил правительственный фонд жилища. Жители получили долгожданные ключи и начали ремонтировать свои квартиры. Впрочем, спокойно жить людям пока не дают. Почти 70 семей могут лишиться жилья. Жителей дома в 37-м микрорайоне иначе как многострадальными и не назовешь. Многоэтажку начинала строить компания «Сибпроектстрой». Людям обещали хорошие квартиры, детский сад и игровые площадки. В итоге фирма обанкротилась, а дольщики остались без денег и без жилья, вложив в недвижимость буквально все свои сбережения. Дело дошло до митингов. В ситуацию вмешалась губернатор Югры Наталья Комарова.
власти автономного округа берут на себя ответственность за непонятно чьи, в том числе и конкретных людей, которые участвовали в договорах долевого строительства. И вот мы на себя берем ответственность и за счет других людей, за счет, ну, детский сад могли бы построить в Сургуте еще один. Это вообще понятно или непонятно? Дом достроил правительственный фонд «Жилище» на окружные средства. Совсем недавно жителям выдали долгожданные ключи от квартир. И вроде история получила свой счастливый финал. Но тут выясняется, некоторые дольщики свои квадратные метры не могут оформить в собственность. Определением арбитражного суда был наложен арест на эти квартиры и запрет на регистрацию права собственности. То есть люди, уже получив ключи, там и живут, и потихоньку ремонт начали, и параллельно оформляют право собственности. Что сейчас делать, к кому обращаться, и то, что обещал губернатор Наталья Владимировна, куда теперь идти? А все дело в том, что компания «Сибпроектстрой» подала иск в арбитражный суд на фонд «Жилище». Они требуют вернуть 67 квартир в новом доме, причем вроде бы на законных основаниях. Это те люди, которые узнали о банкротстве «Сибпроектстроя» и вышли из дольщиков и вступили через арбитражный суд в реестр кредиторов. То есть это кредиторы, физические лица, не юридические, не аффилированные, которые находятся в данный момент в реестре кредиторов. В фонде «Жилище» дольщиков успокоили. Те, кто уже зарегистрировал право собственности в управлении Росреестра, являются добросовестными приобретателями и могут не волноваться. Квартиры у них никто не отберет. Правда, что делать тем, кто этого сделать не успел, пока непонятно. Фонд «Жилище» считает, что основания для истребования квартир добросовестных приобретателей отсутствуют. В настоящее время такие исковые требования гражданам не заявлены, не являются предметом судебного разбирательства. В настоящее время фонд «Жилище» готовится к судебному разбирательству с ПСК «Сибпроектстрой». Что делать и кто виноват, ответит суд. Но дольщики всерьез опасаются. Если дело решится в пользу «Сибпроектстроя», многие могут остаться на улице без денег и без квартиры. И тогда уже точно новых митингов не избежать. Наталья Бабушкина, Дмитрий Теряев, Сергей Коликов, Сергей Колотов, Сургутинтерновости. Около 100 миллионов рублей в целом придется заплатить участникам новых дачных некоммерческих товариществ. Деньги потребуются на вырубку зеленых насаждений, которые находятся на их территории. В общей сложности это 162 гектара земли, где разместятся более 1100 участков. Предполагается, что лес будет вырубаться на территории общего пользования, дорогах, проездах, остановочных павильонах, а также в местах под строительство домов, бань и иных объектов. Останется ли сумма окончательная, либо она будет пересмотрена, решат на сентябрьском заседании Думы города. Напомню, территория под организацию дачных некоммерческих товариществ была выделена администрацией города в 2008 году, и все земельные участки передали на безвозмездной основе. Однако спустя 5 лет строительство на них до сих пор не начато. Доходим до одного барьера, его снимаем, переступаем, появляется следующий. Вот у нас сейчас по новым кооперативам проблема, которая вот не дает прямо сейчас выйти на землю, в этот сезон, это вот у нас нужно договориться, каким образом мы будем вырубать зеленые насаждения. Участок земельный, он был предоставлен бесплатно. За там несколько гектаров никто, муниципалитет ни копейки не взял. Но никто не говорил, что в процессе освоения граждане или там председатель не будет тратить никаких денег. В Сургуте растет количество преступлений, совершенных нетрезвыми подростками. Об этом журналистам рассказал заместитель начальника сургутской полиции Игорь Топчиев. Зафиксировано 5 случаев хранения наркотиков. В прошлом году был только один. В целом, уровень подростковой преступности в Сургуте такой же, как и в прошлом году. Снижение составило лишь 1%. Закон за эти полгода приступили 104 подростка. В основном это кражи, 68 случаев. Грабежей было 10. Это в 2 раза меньше, чем в прошлом году. В ходе профилактических мероприятий выявлено и поставлено на профилактический учет 257 несовершеннолетних, в прошлом году 247, 85 родителей, оказывающих отрицательное влияние на детей.
В этом году заработал городской молодежный проект «Профилактика». Активисты проводят мероприятия, направленные на борьбу с вредными и опасными привычками. Участники проекта уже провели 5 городских акций, среди которых, например, раздача лент с надписью «Завяжи сегодня, чтобы жить завтра». Ребят в городе можно узнать по голубым футболкам с цветным значком «ПРО». Идею создания проекта Сургутский комитет молодежной политики взял у питерской общественной организации «Взгляд в будущее». Коллеги совместно провели уже ряд семинаров для специалистов по работе с молодежью и волонтеров. Кстати, сторонники здорового образа жизни взаимодействуют не только с подростками, но и с их родителями. Специалисты выходят, организовывают встречи с родителями, начинают рассказывать. Например, показывают, как сейчас упакованы спайсы. Да? То есть я, когда первый раз увидела, на самом деле поняла, что родители должны знать эту информацию, потому что это яркие, очень красивые этикеточки. Можно подумать, что это какие-то жвачки или там шоколадки. Просто нужно родителям объяснять постоянно, что это действительно, если вы заметили вот такой фантик, нужно бить тревогу. Может каждый, можешь и ты. Благотворительному проекту телерадиокомпании «Сургут Интерновости» исполнилось полгода. За это время для тяжело больных детей, родители которых не могут самостоятельно оплатить дорогостоящее лечение, удалось сделать немало. Конечно, благодаря помощи неравнодушных горожан. Первыми в редакцию телерадиокомпании «Сургут Интерновости» обратились родители Сережи Робы. У мальчика детский церебральный паралич. 3-летний ребенок научился ходить только прошлым летом, после серьезной операции. Однажды малышу дали путевку в санаторий Крыма, куда родители везут детей с диагнозом ДЦП. Им там оказывают реальную помощь. После этого Сережа стал немного говорить и чаще улыбаться. Повторную бесплатную путевку от департамента здравоохранения Югры пока получить не удается, а стоит она 200 тысяч рублей. У родителей мальчика нет средств, чтобы оплатить лечение самостоятельно. На сегодня собрано 50 тысяч. Малыш с редкой болезнью. Когда отец Давида Нафрамидзе, Сергей, пришел к нам в редакцию, мальчик прошел уже 4 курса химиотерапии. У Давида саркома мягких тканей брюшной полости. Болезнь настолько редкая, что встречается только у 1% людей в мире. В России нет положительной практики лечения этого заболевания. Помочь согласились только врачи из Андерсон-центра в США. Общая сумма, необходимая на полное лечение мальчика, 15 миллионов рублей. В Сургут Интерновости провели благотворительный концерт Ирины Дубцовой, благотворительные игры КВН с участием команд высшей лиги и еще несколько акций. Благодаря неравнодушным сургутянам и градообразующим предприятиям на сегодня удалось собрать почти 8 миллионов рублей. Давид вместе с мамой улетел в Америку. Уже пройдены основные этапы обследования. На днях они встречаются с хирургом. Симптоматическая фокальная эпилепсия. Появилась она у Тагира, по словам его родителей, после прививки против гепатита, которую ему сделали на второй день жизни. Теперь болезнь мешает ребенку развиваться. Он видит только яркий солнечный свет, не может самостоятельно держать голову. Каждый день у малыша судороги, которые порой удается снять только после визита бригады скорой помощи. Мальчик уже побывал в различных клиниках России, только результата нет. Недавно у него появился шанс на полноценную жизнь. Вылечить Тагира могут в клинике в Барселоне. Но на поездку в Испанию требуется примерно 1 миллион рублей. На сегодня собрано 500 тысяч. Надежда на здоровое будущее. Рустаму Секирину, который болеет лимфомой Беркита, требуется трансплантация костного мозга. Сначала мама мальчика, Наталья, ориентировалась на клинику в Израиле, но малышу согласились помочь в России, в Санкт-Петербурге. Сейчас для Рустама ищут доноров. На операцию и восстановление предварительно требуется 1 миллион рублей. На сегодня собрано около 100 тысяч. Мама, телефон. Помочь малышам обрести здоровье можно прямо сейчас. Вся информация во вкладке «Может каждый» на сайте телерадиокомпании «Сургут Интерновости» indifisnews.ru. Может каждый, можешь и ты. В Старом Сургуте состоялось открытие проекта «Городские грядки». 10 предприятий оригинально оформили небольшие клумбы. Итоги такого соревнования будут подведены в конце августа. В прошлом году неоспоримым фаворитом была компания «Метросеть». В компании «Метросеть» очень долго думали над оформлением своего земельного участка. В прошлом году их грядка стала самой оригинальной. Сейчас планку понижать нельзя, уверены сотрудники. В этот раз решили создать на своей земле схему города и показать районы, где уже есть провайдер «Метросеть».
здесь воссоздана в таком небольшом размере наша сеть, то есть центр метросеть, да, головная станция метросети, и от нее отходят лучи, кабель, который ведет к нашим абонентам. То есть вот эти лунки с цветами, это и есть наши абоненты. Этой грядкой мы хотим показать, что мы тоже стремимся к своим абонентам, мы строим сеть. Проект «Городские грядки» появился в прошлом году. В рамках смотра конкурса «Урожай года» сотрудники различных предприятий города оригинально оформляют небольшие клумбы в Старом Сургуте. Организаторы количество грядок решили не менять. Их всего 10, несмотря на то, что участников заявилось гораздо больше. В этом году впервые свои клумбы оформляют детский лагерь 5-й школы, клуб любителей хорьков и представители казахской диаспоры города. Основная цель, конечно, прорекламировать организациям, предприятиям как бы себя, то есть творчески. Место такое самое проходное вот на территории Старого Сургута. Все это на глазах видно, то есть даже граждане посещают. Правда, некоторые участники возделывать свои грядки еще не начали. Погода, говорят, пока не способствует. Организаторы же уверяют, все клумбы будут оформлены в ближайшее время. Ведь уже в следующем месяце нужно выбирать победителей. 24 августа подведут итоги и наградят всех участников. А оригинально оформленные грядки будут радовать сургутян до поздней осени. Дмитрий Теряев, Вячеслав Ширкунов, Сургут Интерновости. Качество прежде всего. В компании «Сургутнефтегаз» прошел традиционный смотр-конкурс среди звеньев строительных бригад плотников. 12 участников, 6 помещений и всего 2 часа на то, чтобы показать свое мастерство. Трудно ли работать с гипсокартоном, узнавала наша съемочная группа. Тематические смотры-конкурсы мастерства в структурных подразделениях «Сургутнефтегаза» проходят с завидным постоянством. Во-первых, это хорошая возможность проверить профессиональные качества, а во-вторых, стимулировать сотрудников делать работу еще лучше. Финальный этап состязания отделочников не стал исключением. Первоначально конкурс проводил в каждом структурном подразделении. Из вот ныне присущих это ТРЕС СМТ-1, ТРЕС СРС и УЭЗИС. Там непосредственно в структурных подразделениях определялась лучшая бригада. И эти лучшие бригады сейчас представляют в финальном конкурсе представлены. Всего в конкурсе приняло участие 6 звеньев 3 структурных подразделений «Сургутнефтегаза» – строительно-монтажного треста номер 1, «Сургутремстроя» и управление эксплуатацией зданий и сооружений. 12 лучших плотников должны были за ограниченное время обшить гипсокартоном помещение. Мастерам своего дела разрешили использовать привычные для них инструменты, но обязательно не самодельные, а фабричного производства. Таково требование техники безопасности. Люди, которые пришли на СРС, СМТ, УЭЗИС, они все ознакомлены с тех картами на устройство стен из гипсокартона. Это во-первых. Во-вторых, проверена работа всего электроинструмента. Иван и Михаил Решетниковы, потомственные плотники, принимают участие в конкурсе не в первый раз. Задание, по словам ребят, несложное, тем более, что ежедневно работают по профилю и за 8 лет профессии узнали все тонкости дела. Но непростые моменты все же есть. Ждать ожидания, ждать результата, вот что самое сложное. А это ты работа даем, да? Несмотря на кажущуюся простоту, даже у профессионалов случаются промашки. Вы же видите, что вы хотите, о чем вы это говорите. Видите, она пришла, значит, сделали не по-другому. По итогам конкурса братья Решетниковы заняли 2-е место. На 1-м оказалась бригада треста СМТ-1. Замкнули тройку лидеров плотники треста «Сургутремстрой». Дмитрий Круковец, Татьяна Расторгуева, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. Уже завтра наша съемочная группа вылетает в Казань на Универсиаду 2013. Открытие масштабного спортивного события для всей страны состоится в субботу. Корреспонденты Сургут Интерновости – единственные югорские журналисты, которые будут работать на международном спортивном форуме. Смотрите уникальный проект нашей телерадиокомпании «Дневники Универсиады» ежедневно в программе «В центре событий» и в итоговой передаче «Телевизионный обзор новостей». От Югры на Универсиаду заявлено 4 спортсмена. Сургутянка Наталья Южакова будет отстаивать честь округа в синхронном плавании. Екатерина Лисунова из Ханты-Мансийска выступит в составе сборной России по водному полу. 2 нижневартовских спортсмена Сергей Савин и Семен Антонов вошли в студенческие сборные по волейболу и баскетболу соответственно. На этом выпуск завершен. Эти и другие новости смотрите и на нашем сайте indifisnews.ru. Спасибо за внимание. До свидания.
Огромный выбор изделий из серебра. Часы, ручки, посуда, брелоки, мужские кольца, запонки, зажимы. Изделия с драгоценными камнями. Большой выбор изделий из золота. Якутские бриллианты, кольца, серьги, цепи. Магазин «Адам». Улица 50 лет ВЛКСМ, 3/2. Телефон 21-00-11. Приезжайте в аквакомплекс «Филин» всей семьей. 4 бассейна, джакузи, гейзеры. Все, чтобы вы отдыхали с наслаждением. Финская сауна, турецкая парная, хамам, инфракрасная кабина. К вашим услугам игровые автоматы для детей. Для самых маленьких – детский городок. Посещение свободное, без предварительной записи. Огромный выбор ювелирных изделий по демократичным ценам. Кольца, серьги, цепи, браслеты современного дизайна. Обручальные кольца из белого, желтого, красного золота с бриллиантами и фианитами. Еженедельное обновление ассортимента. Широкий выбор золотых и серебряных часов завода «Ника». При покупке часов жемчужное ожерелье в подарок. Магазин «Российское золото». Хотите вспомнить вкус настоящей тушенки? Без консервантов, сои и прочих добавок, как раньше. Только мясо. Монгольская тушенка – только мясо. Натуральный продукт. И о погоде на 5 июля. В студии Карина Навальнева. Здравствуйте. Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Жалюзи». Компания «Жалюзи». 18 лет на рынке услуг. Жалюзи всех типов. Шлагбаумы, защитные рольставни, ворота. Компания «Жалюзи». Улица Гагарина, 8. Телефон 245-00. Улица Лермонтова, 11/5. Офис 203. Телефон 36-14-47. Новая модель рулонных жалюзи «Зебра». Ознакомиться с образцами и получить консультации специалистов можно по адресу улица Гагарина, 8, телефон 245-30. В пятницу южные прибрежные районы Западной Сибири будут находиться в дождевых облаках и ненастных циклонических вихрей. На остальных территориях региона ожидается ясная и теплая погода. Ночью в Сургуте и окрестностях малооблачно без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13-16 градусов. Утром малооблачно без осадков. На столбиках термометров 15 градусов выше нуля. Днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха 23-26 градусов тепла. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое, геомагнитная буря. Атмосферное давление понизится и составит 755 миллиметров ртутного столба. Это любовь. Очень большая любовь к очень красивой обуви. Во всех магазинах «Саламандр». Внимание, акция! Только до 15 июля в салонах обуви «Саламандр» и «Рикер» скидка 50% на каждую вторую пару летней, зимней, демисезонной обуви или сумку. Фабрика «Комфорта» оснастила свое производство по изготовлению мебели в Сургуте самым современным оборудованием. Низкие цены и сроки исполнения делают нашу мебель максимально доступной для каждого при неизменно высоком качестве. Красивые и удобные кухонные гарнитуры, шкафы-купе, различные корпусные мебель в выставочных залах торговых центров «Вега», «Магаз» и в ваших домах. Открылся новый салон «Фабрика комфорта» в торговом центре «Вега», проспект Ленина, 71, второй этаж. Телефон 950-850. Я желаю вам удачи в делах. До свидания.